Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вас буду знакомить с молодой российской компанией Mi Passion. Компания специализируется на производстве продуктов для ухода за кожей тела. Это соли, масла для тела, бомбочки, аромасвечи. В составе своих продуктов компания использует морскую соль, английскую соль и гималайскую, натуральные эфирные масла и сухоцветы. Мне прислали на обзор 5 продуктов, я с удовольствием согласилась, потому что я обожаю принимать ванну с различными добавками, масла, бомбочки, пена для ванны, соли, потому что это все очень благоприятно влияет на нашу кожу. Кожа становится мягкая, гладкая, тонус повышается у кожи, поэтому сегодня я уже буду кое-какие продукты пробовать, а вам пока покажу, что мне прислали. В руках я держу банку 500 грамм, это морская соль с бутонами роз и витамином Е, и вы видите, какая крупная соль внутри банки, здесь хорошо видно, и большое количество сухоцветов, то есть это прям маленькие бутончики роз, которые будут в ванной раскрываться. Здесь есть пластиковая крышка. Ой, как вкусно пахнет! И как правило, такая соль обычно, то есть весь этот аромат обычно раскрывается уже в процессе принятия ванной, и затем долго остается аромат тонкий, нежный на коже, потому что масла, они напитывают кожу. Следующий продукт — это просто вау, мерцающий антицеллюлитный скраб с маслом мандарина, экстрактом винограда и шиммером. Я даже еще не открывала баночку, и я вижу, как этот шиммер весь переливается и весь мерцает. Это мы попробуем прямо сейчас. Все баночки, смотрите, запечатаны фольгой, то есть все сохранно, все отлично, и нужно использовать, здесь, кстати, 300 миллилитров объема, и мы обычно смотрим, так вот, на каждой баночке есть подсказка, нарисована маленькая баночка с открытой крышечкой и написано 3 месяца, то есть с того момента, когда я открою фольгу, нужно будет за 3 месяца использовать этот скраб. Но я думаю, что с этим проблем абсолютно не будет, потому что у меня дочка обожает мерцающие скрабы, и я думаю, она сейчас прям сразу возьмется за дегустацию, хочется попробовать аромат. Как, где открывашечка? Итак, я отпечатала небольшой уголочек, чтобы попробовать, как пахнет эта соль. Я сразу чувствую мандарин. Это первое, что раскрывается моментально, потому что аромат мандарина, его ни с чем не спутаешь. Если еще с виноградом я как-то могу потеряться, виноград это или нет, то мандарин, его отличить очень легко. Очень приятный, нежный и такой сладковатый аромат. И сама соль вся переливается, просто уже не терпится попробовать. Сейчас мы это как раз и сделаем. Следующий продукт — это бомбочки. Вот такая шоколадка, бомбочка шоколадка. Кстати, я посмотрела на сайте, сейчас стоимость такой бомбочки 360 рублей, и ее, мне кажется, можно использовать не за один раз, потому что она огромная, здесь 200 грамм, и аромат нежный, цветочный, морская, гималайская, английская соль, витамин Е и ценные масла входят в состав этой бомбочки. Я думаю, ее можно напополам разломить, как и шоколадку, мы ее можем съедать по кусочкам, а можем съесть сразу, особенно если есть классная компания. Кстати, такие ванны можно принимать своим любимым, это будет просто фантастика. И мне очень понравилось, кстати, что так упаковано красиво, отличный вариант подарка в виде шоколадки, то есть немножечко непонятно, такая шоколадка, то есть первое будет воображение рисовать, что ого, розовый шоколад с ягодами, наверное, это клубничный или какой-то, да, там скрапление ягодок идет, а потом раз — сюрприз, а это не шоколадка, это даже больше и более полезно, потому что шоколад не всегда полезен. И вот такая бомбочка маленькая, это для детей. К сожалению, она не упакована в коробочку, то есть она просто запечатана в пленку, и внутри игрушка,
Сама бомбочка с ароматом арбуза, магний, морские минералы и витамины и ценные масла. И внутри этой бомбочки скрывается деревянная игрушка, которая сразу поднимется на поверхность воды, ребенок с ней немножко поиграет, потом ее можно просушить и раскрасить. Обязательно посмотрим, как это выглядит все. И еще один продукт — это масло для тела, то есть 200 миллилитров, по-моему, здесь 200 миллилитров где-то я находила, да, 150 миллилитров взбитые масла итальянская Ривьера. Тоже сейчас откроем и понюхаем, как пахнет это масло. Слушайте, это выглядит как еда, то есть реально как взбитые сливки или какой-то интересный продукт, как десерт. На ощупь очень приятно. Аромат просто бесподобный. Мне уже не терпится попробовать. Я знаю, что такие масла для тела, они очень хорошо впитываются и не образуют пленку, за счет чего кожа долгое время увлажненная, мягкая и классная. Здесь в состав органические масла ши, манго, кокоса. Вот сразу я кокос почувствовала знакомый, и миндаль. Еще есть персик и витамин Е, но вот больше всего чувствуется кокос и миндаль, то есть такое сладенькое, такое нежное, очень приятный аромат. Вот такие баночки, давайте пробовать. Ну вот мы перебрались в ванную, и мне уже не терпится попробовать итальянскую Ривьеру. Это масло для тела, и больше всего я ждала мерцающий антицеллюлитный скраб с мандарином и экстрактом винограда. А уже вечером я приму ванную с бомбочками и расскажу вам свои впечатления. Ну что, пробуем? Я держу в руках целый бочонок золота. Ох, как это красиво выглядит. И я попробую прям небольшое количество. Сначала смачиваю кожу, да, прям на руке попробую. И беру небольшое количество. И вау, очень хороший скраб. Он такой нежный, не слишком жесткий, как обычно солевые скрабы. Они очень приятные. Я чувствую масла. Они прям вот остаются на руке, на пальчиках, ощущается приятное перекатывание, такой перелив уже заметен. И попробуем сейчас смоем, и что останется на коже. Итак, я смыла скраб. У меня прям вот ощущение приятное на коже, маслянистость, но блеска или мерцания какого-то я пока не замечаю. То есть такое чувство, что это все смылось вместе с солью, потому что вот я сравниваю две руки, и очевидно, что здесь нету никакого блеска, а очень жаль, потому что как-то я пробовала мерцающий скраб, и он действительно весь оставался на коже, это было очень красиво, просто невероятно. Так что вот так, ощущения приятные, но обещанного мерцания я не наблюдаю. А теперь мы попробуем итальянскую Ривьеру. Как я уже говорила, аромат мега приятный у этого масла для тела. И необыкновенная просто консистенция. Такое тающее масло. Я его наношу прямо на руку. О, оно просто тает. Кстати, хранить этот крем нужно, избегая прямых солнечных лучей, чтобы рядом не было чего-то там горячего, батареи и так далее. Как обычно, мы храним все продукты уходовые в темном месте и в прохладном желательно. Но масло, конечно, классное, очень приятное. Сейчас оно полностью впитается. И, кстати, все масла рекомендуется наносить на влажную кожу, так у них получается меньше расход, и они лучше впитываются и больше задерживают влаги. Так что вот этот продукт, я думаю, мне очень понравится. Кстати, банка в руках просто невесомая, то есть даже не ощущается, как будто я действительно в руках держу взбитое маслице. Классное, классный продукт.
Так, делаем запуск бомбочки для детей. Вкусно пахнет арбузиком прям. Такой свеженький, свеженький аромат. Ну что, поехали? Вау, как красиво! Нас еще ждет тут игрушка. Слушайте, на ребенку будет, мне кажется, очень прикольно вот так с ней играть. Такая шипучка. Так. О, вода красивая, розовая. А вот и игрушка. Ух ты! Мудрая сова досталась. Неожиданно. Если бы не прочитала на упаковке, то даже не поняла бы. А бомбочка продолжает фырчать. Все, сейчас буду погружаться в эту чудесную розовую душистую воду и наслаждаться. Ну что, всем желаю приятного релакса. Любите себя, заботьтесь о своем теле. И с такими продуктами это делать, конечно же, вдвойне интереснее. Пока-пока!